Так, вот сам переключатель, я его разобрал. Вот тут видно контактная группа основная. Управляется там, как не знаю, как на пианино, короче. Сам переключатель. Так. Это сама центральная плата. Это низ разъема. Это верх получается. Контактная группа. И ключи управления. Ну, тут 4 ключа управления основных. Каждой двери. Большие микросхемы. И сам процессор. Вот. Как это все работает. 2 контакта здесь. Они постоянно опущены. Допустим, нажимаю сейчас водительская дверь. Вот. Это наполовину, это полностью. Вот. Это пассажирская. Это полностью. Так, потом получается задний пассажир. И задний пассажир правый. Вот. Вот так они работают. Такое пианинка. Так, тут же находится подсветка, световоды, 2 световода, вот раз и 2. И тут светодиоды, где они у нас? Тут и нет. Ну вот так устроен этот злополучный блок управления стеклоподъемниками.